Ноябрьский психоневрологический диспансер будет работать со своими пациентами по новой методике. В учреждении планируется ввести в работу новый аппарат для проведения электросудорожной терапии. Он будет применяться для лечения тяжелобольных жителей города, страдающих психическими заболеваниями, депрессией, манией и психозом. Таковых в ноябрьском ПНД порядка 50 человек. Новая техника позволяет через мозг пациента под наркозом пропускать электрический ток. Терапии будут проводить только с согласия человека, если, конечно, он способен принять самостоятельное решение. В противном случае выбор за него сделает врачебная комиссия. Однако, чтобы работать с пациентами по новой методике, специальное обучение пройдут и сами врачи. В сентябре специалисты отправятся в Москву на двухнедельный курс, а аппарат заработает уже в октябре. По сути дела, у пациента в наркозном состоянии вызывается лечебная электрошоковая электрический приступ небольшой, который стимулирует гипофиз, выделяются определенные вещества, определенные гормоны, которые улучшают работу головного мозга. Если честно, востребованность в данной области терапии в нашей стране есть особенно. Очень много у нас людей, которым наши лекарства уже не помогают или помогают в малой степени, а высокие дозировки вызывают нарушение работы других органов. Поэтому какой-то альтернативный метод, который может сдвинуть лечение с мертвой точки, просто необходим.